Авария произошла около 10 вечера 8 марта на перекрестке Советского проспекта и переулка Красный. Сам момент столкновения зафиксировали камеры системы «Безопасный город». 8 марта в 21:55 водитель 99-го года рождения, управляя ВАЗ-2115, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде информационного указателя, расположенного на Советском проспекте. В результате чего автомобиль получил механические повреждения, как и сам информационный указатель. Никто в данном даже транспортном происшествии не пострадал. Аварии в центральной части города с участием молодых водителей в Великом Устюге не редкость. Так, в прошлом году пострадала скамейка на набережной. Нарушителю тогда пришлось восстанавливать разрушенное городское имущество за свой счет. Впрочем, как оказалось, сбитый в минувший понедельник столб муниципалитету не принадлежит. Это собственность музея. Вот, они, в принципе, ведут уже переговоры и с ОВД. Да, то есть виновник, мы знаем, что установлен. И, в принципе, будет, наверное, возмещаться или за счет страховой фирмы, или как-то по-другому, да, виновник установлен, поэтому он должен это все восстановить. Если не хочет это восстанавливать, все потом через суд. Как сообщила Русскому Северу директор музея-заповедника, поврежденный столб-указатель в ближайшее время будет демонтирован и отправится на ремонт. Снова появится на Советском проспекте он лишь летом. Максим Тятов, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».